Помним, гордимся и навещаем. Десятки машин и около сотни неравнодушных активистов собрались на площади столетия со дня рождения Ленина, чтобы отправиться в небольшое путешествие по дорогам героев. В преддверии Дня Победы в Ульяновске стартовал автопробег протяженностью 1200 километров. 6 маршрутов проложены через города и села региона, где захоронены герои Советского Союза. Мы долго готовились к этому мероприятию. Это будет ежегодная теперь акция. Мы расширим географию, то есть если сегодня мы говорим про героев Великой Отечественной войны, то следующими будут уже полные кавалеры Ордена Славы к ним присоединяться. И потом мы, наверное, будем уже внимание уделять всем участникам Великой Отечественной войны. Активисты планируют не только посетить могилы героев, но и провести классные часы со школьниками на каждом из маршрутов. И даже утренняя непогода не напугала решительно настроенных автовладельцев. Нас погода не пугает. Для нас вот отдать вот эту дань уважения нашим ветеранам, вот что для нас самое главное. Первая точка автопробега – Воскресенский некрополь в центре города. Благодарные соотечественники почтили память героя Советского Союза Павла Васильевича Лаптева. Каждый из участников точно знает, за что воевали их деды и прадеды. Отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Сегодня, накануне Дня Победы, мы почтим его память минутой молчания и возложим корзину цветов. Возложить цветы в могиле Героя Советского Союза. Незадолго до старта автопробега на всех местах захоронения советских героев работали волонтеры. Приводили в порядок могилы, благоустраивали территорию. Не словом, а делом благодарили за мир. И несмотря на то, что время быстротечно, а события тех страшных дней остались в прошлом, память о героях вечна, ее берегут дети, внуки и правнуки. У меня у самого дедушка воевал, он ветеран войны, и у него тоже есть много наград. Бабушка у меня, ей 91 год, она до сих пор жива, и она герой тыла, она работала медсестрой, и я очень ей дорожу и люблю ее тоже, и поэтому для меня это большая честь, и чтить память о ветеранах – это очень хорошее дело. Главная цель проекта – пропаганда военно-исторического наследия, воспитание чувства, гордости у молодежи за своих соотечественников. Только общими усилиями, не искажая, а сохраняя историю, память о героях будет вечна. Кристина Жакот, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.